Ну а прямо сейчас смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, выяснила наша съемочная группа. Что у вас в жизни нового? Ремонт сделал в квартире. Вот ребенок в детский сад начинает ходить. Ну, машину купил, я в этом участвовал. Мы из Грозного приехали в гости в Саратов. Мы в этом году встретили друг друга, полюбили и решили пожениться. Вчера была свадьба, и теперь я муж. Я еду на ведический фестиваль, который будет проходить в городе Туапсе. На пенсию пошел. Я учусь в университете старшего поколения при экономическом институте и очень довольна. Ребенок родился. Ребенок готовится пойти в первый класс. Отпуск. Мы приехали в Саратов с Мурманска. 63 года исполнилось.